Это вот 3,5 месяца, при том, что они были очень тяжелыми. И, как я вам сказал, там в июне, там в июле я весил что там 118 килограмм, в сентябре там я весил там больше 140 килограмм, а в прошлую пятницу я весил 124 килограмма, достаточно сухой мускулатуры. Видите, у меня еще не сошел грим с рук. Вот я не знаю, сколько я пятнистый сейчас, но это не я себя мазал, это да. Поэтому я хочу вам что сказать? Хочу вам сказать, что это было непросто. Было непросто, но это стоило того. Это стоило того, и даже дело не в медалях, и там не в голубых бриллиантах, которые там получил я, как приз, который получила Оксана, как приз. Дело совершенно не в этом. Призы хорошие, можно еще раз посетить. Ну, видите, как я рассказал, что дело совершенно не в этом. Оксана говорит, что призы хорошие, можно еще. Собственно, да. Собственно, да. Но если говорить серьезно, для меня это было возвращение к мечте. И я считаю, что это здорово, когда человек в 39 лет может вернуться к своей мечте. Это классно. Ну или в 23 года вернуться к мечте. Да. Ну, на самом деле, они демонстрируют свой ум. Вот я хотела узнать, есть ли в мужском конкурсе нечто подобное. Ну, посмотрите на меня. Ну, представляете, начнут мне задавать вопросы, чтобы я демонстрировал свой ум или свое чувство юмора. У меня же, видите, у меня достаточно скудно с этим. Вот, поэтому хорошо, что их нет, скажу вам так. Нет, никто не знает. Может, что-то кричат из зала, но не слышно. Или делайте вид, что не слышно. Хотя идеи хорошие. Мих, надо позвонить президенту международному. Представляешь, начнут ребятам из Южной Африки, особенно по-русски, начинать им задавать вопросы на IQ. Армия. Представляете, Дау Ауди выйдет. Одну минуточку. Хотел задать вам пару вопросов про историю Тверской области. Ну, действительно, что-нибудь. Да, извините, ну-ну. Нет, таких вопросов нет. И последний вопросик. Костюмы очень красивые. Кто придумал? И там стразы, да? Или все-таки, там, я не знаю, да. Кто нашивал? Может, по ночам шила сама. Ну, сейчас... Я не хочу вас, не знаю, там разочаровывать или еще что-то. А в то же время не хочу вам показаться и аскетом. Но нет, я же боксом занимался сначала. До того, как я занимался бодибилдингом, я занимался боксом. А боксом, причем с подросткового возраста. Если вы курите или пьете спиртное, тут все очень просто. Вы выходите на ринг, человек, который не курит и не пьет спиртное, у вас есть 3 раунда. У вас уже руки не поднимаются, да, у вас плохо дыхалка, а у человека поднимаются, и он вам бьет в нос все время. Поэтому это лучшее средство, чтобы иметь стимул не пить и не курить. Поэтому я и не пил никогда, и не курил. Вот, и поэтому представить себя... Единственное, что хочу вам сказать по секрету для Муз-ТВ, что мы выпили шампанского с Оксаной. Когда мы ехали назад из Брусной купели, мы выпили шампанского, причем мы эту бутылку начали еще в номере, и мы пили из кубков. И причем я не ожидал, я налил, ну, так сказать, кубки просто, чтобы, так сказать, было там. Оксана говорит, до дна, потому что мы в бальных танцах из кубков пьем до дна. Поэтому теперь мы и в фитнесе, и в бодибилдинге пьем до дна. И вот это да, вот я из кубка пил до дна. Ну, не, конечно, не такой степени, чтобы много держаться. Но, наверное, бутылку из кубка выпил. В начале пресс-конференции вы обещали рассказать, почему кубок так гнутый. Кубок гнутый по той причине, что они у нас все не влезли в чемодан. Не рассчитан был на такое количество. На такое количество, да. И... Не-не-не-не. И просто буквально сейчас у нас даже не было времени его исправить, потому что просто мы достали сейчас все из чемодана, смотрим один вот в таком вот виде.
Но мы его починим. Мы его 100% починим, потому что нас уже ждет моя мама. Оксанина мама в Уфе ждет кубки. Вот. Мы вам гнутый или мне? Но мне, конечно. Я просто тут выяснилось, что, оказывается, после конкурса нужно из диеты так же выходить, как и в нее входить. Поэтому сразу напиваться не дать нельзя, потому что это тоже стресс для организма. Да, собственно, поэтому мы делаем все аккуратно и особо ничего не пьем, ничего не едим. Может, только пару бутербродов вот так вот. А где теперь эти кубки заканчиваются? Первая информация, что на нее давали опровержение, но на самом деле существовало всего одно шоу «Мистер Вселенная», которое было начато еще в 40-е годы. Которое не... Нет, это все происходило в Англии, в Лондоне. Да. И где-то начиная там с 40-х годов это происходило нерегулярно, начиная с 50-го года это происходило регулярно. Но из этой организации, из нее вышло несколько организаций, в том числе и WBF, Всемирная Федерация Бодибилдинга и Фитнеса. И Эдмунд Сдаубарас, к примеру, он был одним из руководителей NABBA, той самой федерации, которая именно эти первые конкурсы NABBA Universe проводила. Там сейчас существует еще порядка 7 федераций, которые проводят конкурсы «Мистер Вселенная» и присваивают этот титул чемпионам. Самые известные из них – это NABBA и WBBF. WBBF устраивала именно первый. Наш конкурс был первым, он прошел еще до конкурса NABBA. Поэтому я получил титул «Мистер Вселенная». Это именно тот титул, который носил Арнольд Шварценеггер. Он его выиграл, да, по версии NABBA. Ральф Мюллер выиграл по версии IFBB. Дау Ауди и ваш покорный слуга выигрывал его по версии WBBF. Это тот же самый титул, Мистер Юниверс. В Америке существует еще несколько федераций, которые раз в год устраивают свои чемпионаты. Но самые известные – это именно NABBA и WBBF. Поэтому в РИА Новости всем передайте привет. Не знаю, на что они будут давать опровержение, но все равно спасибо, потому что благодаря вам и им уже мне звонят в Соединенные Штаты, причем там еще, там только начали выходить первые пресс-релизы об этой моей победе, потому что я же не зря выступал в имидже Геракла на самом-то деле. Мой следующий фильм будет именно посвящен подвигам Геракла. И для меня вообще оказаться вот именно в этом имидже, это было интересно, и в то же время я думал от этого оттолкнуться, с тем, что начать аккуратно publicity для следующей картины. Ну, а видите, если сейчас уже, значит, сейчас опять они дадут опровержение после того, как вы приедете в редакцию. Это хорошее, это будет хорошее, душевное продолжение всего пиара.